Когда иракская девушка Сабрин приходит в онкологическую больницу в Басре, лица маленьких пациентов озаряются улыбками. Звучит музыка, и дети снова вспоминают, что значит радоваться и веселиться. В 10 лет Сабрин заболела раком и 3 года лечилась в этой же больнице. Ей удалось победить болезнь, и теперь она помогает другим детям. Я общаюсь с ними, помня, что пережила в детстве. Я прошла через то же состояние, в котором они сейчас. Девушке помогают 4 волонтеров. Один из них тоже излечился от рака. Они приходят в больницу 4 раза в неделю, играют и общаются с больными детьми. Сабрин приходит постоянно, играет с маленькими детьми в палатах, облегчает их страдания и приносит им подарки. Такую помощь очень ценят и родители страдающих детей. Сабрин всегда приходит на помощь, когда пациенты отказываются от еды или процедур. Сабрин приходит, играет и разговаривает с ребенком, отвлекает его игрушками, когда идет сеанс химиотерапии. Он даже не замечает процедуры. Я благодарна ей. Сабрин также вдохновляет самих родителей. Я советую им выглядеть радостными и танцевать. Это дает стимул детям. Они становятся активнее, меньше унывают. Уныние ослабляет иммунитет. Чтобы укрепить его, нужно петь, танцевать, есть и веселиться. Медики тоже рады помощи. Она поддерживает матерей, которые приезжают сюда с детьми. Она рассказывает им свою историю, о том, как страдала и как выздоровела. Эффект очень хороший. Девушка также собирает пожертвования для больницы от частных лиц и организаций. Кроме того, вдохновляет маленьких пациентов брать в руки кисти и карандаши, а потом продает их рисунки. Эти деньги тоже идут на лечение.